Прикамье состоялся праздничный концерт в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Среди пришедших на мероприятие ветеран-калечик Иван Николаевич Кроликов. Дед у меня воевал, отец родом из Белоруссии, старший брат его был командиром партизанского отряда, отец помогал. Я всю жизнь увлекался историей, помогал и сейчас помогаю нашим ветеранам. Плюс еще у нас в Алкалии собираем в Совете ветеранов. Иван Николаевич служил в погранвойсках, охранял границу с Китаем. Сейчас на заслуженном отдыхе. Отметим, что сегодня в Соликамском округе проживает всего 3 ветерана Великой Отечественной войны. Наша обязанность, наш долг – хранить память об их подвиге и передавать их следующим поколениям. Желаю всем ветеранам, труженикам тыла, всем вам счастья, благополучия, вам и вашим семьям. Ежегодно сохранять память помогает компания «Уралкалий». Предприятие поддерживает подготовку и организацию торжеств, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне. На выделенные средства, это порядка 1,5 миллиона рублей, благоустраиваются обелиски и мемориалы, организуются фейерверк и лазерное шоу, проводятся вот такие торжественные мероприятия. «Уралкалий» поддерживает всегда ветеранов Великой Отечественной войны не только проведением каких-либо мероприятий, но и также помощь в оказании каких-либо проблемных вопросов. Тот, кто не помнит свою историю, у того нет будущего. Поэтому мы обязаны донести младшему поколению все, что было, чтобы они это помнили. Присоединяется к вышесказанному и поздравляет с праздником Великой Победы Олеся Петровичева, Сергей Сюзев и вся телекомпания «Соль ТВ». Сомнения прочь, уходит ночь, а день и сам, и сам, и батальон.